В рамках проекта «Новая школа» одинцовские единороссы проверили ход ремонта образовательных учреждений округа. Среди объектов, которые они посетили, Одинцовская гимназия номер 7, Жаворонковская школа, ее филиал в деревне Рекино и местный детский сад номер 53. Работы в 7-й гимназии начались 28 июня и должны завершиться 25 августа. Здесь обустроят наружное освещение, отремонтируют кровлю, актовые и спортивные залы. Работы ведутся по графику, материалов хватает. В остальных образовательных учреждениях в этом году серьезных ремонтных работ не предусмотрено, но ведется плановая подготовка, в том числе благоустройство территории и плановый косметический ремонт.